Итак, друзья, всем привет, меня зовут Лиляк Константин, и у нас сегодня на обзоре вот такой вот радиомикрофон Godox, называется он Movilink M1. Есть вариант M2, когда в комплекте идет два микрофона, то есть, соответственно, вы можете брать их для интервью, и один микрофон будет на вас, второй микрофон будет на том, с кем вы говорите, и таким образом звук будет синхронизирован и довольно качественно записан. Сейчас у меня камера стоит в довольно шумном кафе, то есть играет музыка, и мы проверяем, как работает данный микрофон с учетом того, что работает музыка. Микрофоны, как видите, я держу в руке максимально близко к рту, надета меховая защита, чтобы отсеивать звук ветра, и вот так это получается картинка. Опять же, камера от меня стоит где-то на расстоянии, ну, наверное, 3 метра. То есть вот такое расстояние, запись идет на 50 миллиметров, на диафрагме 2,8, и камера, если кому интересно, Sony ZV-E10. В общем, вот такое получается качество, такая получается картинка, опять же, если кому-то интересно качество картинки на камеру, ну и такой получается звук, если мы пишем в довольно шумном кафе, когда у нас играет довольно шумная музыка. Так, а теперь попробуем отойти подальше и, соответственно, проверить, насколько у нас работает перекрытие, все то же самое кафе. Но я, например, начинаю удаляться. То есть я пошел, что 5. Поворачиваюсь, и расстояние камеры у нас примерно, ну, наверное, 10 метров, наверное. Сейчас попробую. По идее, меня он перекрывается сигналом тела. Опять же, поворачиваемся. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Идем обратно, приближаемся. И вот сейчас я стою около вентилятора. Вот смотрите, вот дует вентилятор. И мы проверяем, насколько у нас работает вот защита от ветра. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вышел зайчик погулять. И вот ветер довольно, видите, по рубашке, да, шумно довольно так вот получается у нас вентилятор. Насколько получается у нас уже микрофон, судите сами. Если вам понравилось качество звука, то пишите об этом в комментариях, потому что ваше мнение всегда очень интересно, потому что именно зритель решает, хороший это товар или нехороший, стоит ли он своих денег или не стоит. Ну а повторюсь для тех, кто не в курсе, данный микрофон стоит всего $100 за вот этот радиокомплект. Цена довольно бюджетная за такие компактные размеры. То есть по размерам он получается даже меньше, чем наушники Apple AirPods Pro. Ну и, естественно, надо не забывать тот момент, что данный радиомикрофон можно подключить абсолютно к любой камере, которая имеет вход для микрофона мини-джек. Или можно, например, ее подключить к выходу Type-C. То есть, например, я использую этот микрофон с экшн-камерой DJI Action 2. Ну и вот так я прикрепил все это скотчем. Поэтому сейчас будем проверять при поездке на байке, как это все работает, звук на ходу, как это отсеивает нам ветер. Опять же, вот с этим вот ветрозащитой. Поэтому погнали тестировать уже на ходу данный девайс. Надеюсь, не отвалится. Также, например, можно подключить, наверное, GoPro, но я не пробовал, хотя GoPro у меня есть. Также можно использовать с телефоном, то есть фактически данный микрофон можно использовать, ну, очень универсально он получается, его можно использовать с довольно разной техникой, поэтому при такой цене, мне кажется, вариант довольно интересный получается. Понравился ли вам данный микрофон или нет, уже напишите, опять же, в комментариях, чтобы мы могли о чем-то пообсуждать, о чем-то поговорить, потому что в комментариях иногда возникают очень интересные дискуссии. Если что, сейчас стоит 18 мм на диафрагме 2,8, получается вот такая картинка на объективе Sigma 18-50. 2,8 DCDN. То есть вот такое полное название объектива. Это специальная новинка
специальная для кроп матриц. Sigma разработала этот объектив, он вышел буквально месяц назад. И вот такая получается интересная картинка. Как видите, для влогов вполне можно себе его использовать, с учетом того, что камера у меня находится, ну вот буквально с расстояния вытянутой руки. То есть я сейчас касаюсь камеры. И вот с такого расстояния получается вот такая интересная картинка. То есть те, кто любит размытый фон, тем данная картинка, наверное, зайдет очень хорошо. И опять же, можете определить, как работает автофокус на этом объективе, если вам, опять же, это интересно. То есть трекинг по глазам работает отлично, все справляется, все здорово. Микрофон я держу в руках специально, чтобы поближе был к рту, из-за того, что в кафе все так же играет музыка, и я боюсь, как бы YouTube не забанил этот ролик за то, что не использованы копирайтные права на эту музыку, и поэтому я пытаюсь голосом заглушить данную музыку фоновую, чтобы вот хоть как-то это компенсировать, скажем так, ну, чтобы не было тишины. Вот такой получается у нас сегодня видос. Необычный, но в нем довольно много тестов. Тест объектива, тест камеры, тест микрофона. В принципе, тест картинки, потому что эта картинка идет в ручном профиле PP1, который я подредактировал под якобы популярный такой вот синий тон, который сейчас в камерах Sony довольно популярный в дорогих моделях. То есть я подредактировал настройки под синий тон. Поэтому, если вам понравился данный профиль по цветам, то напишите опять же об этом в комментариях, чтобы я хотя бы понимал, что этот довольно интересный получился цвет. А может быть, не интересный, не знаю. Смотрите сами, как вам такая картинка. Нормально или ненормально?